Девочки, привет! Сегодня я вам хочу показать свои новые разработки. Ну, может, конечно, это громко сказано, разработки, как бы мои залоновые фантазии. Расскажу предысторию. Я буду делать арку из пионов. Вот с таких, вы знаете, правда, этот еще не доделанный, но у меня будет их очень много. Свадебная будет арка. Это вот будет такой вот проект у меня тематический. И, значит, что я решила? У меня арка будет из таких пионов. То есть, я не знаю, штук, может, 11 пионов будет на арке. Наверное, они будут другим цветом, потому что он желтоватый. Я еще, конечно, не думала, каким буду потом думать. Мне главное их сделать. И мне нужно будет разбавить большие цветы маленькими. Ну, я думаю, что это так будет эффектнее смотреться. И вот я сидела, думала, какие мне маленькие цветочки сделать. Розы мне как-то не хочется. Я думала и гортензия, и магнолия. Хотелось, конечно, сирень, но сирень, наверное, очень долго делать. Я просто не успею. И вот я сейчас покажу за 10 минут. Наделала вот таких вот цветочков. Это просто фантазийные цветочки. Вырезала лепестки, их покрасила, придала им над феном форму, да, и собрала. То есть вот маленький цветочек. Я не знаю, как они называются, но просто будут фантазийные цветочки у меня. А вот побольше. То есть я хочу, чтобы они у меня были как бы разными размерами. Я делала все быстро, возможно, здесь не особо аккуратно, но если мне приходит идея в голову, я быстренько все нарезаю, клею, смотрю, а потом уже подправляю свои ошибки. Вот такие. Значит, понятно, что каждый цветочек вот за, да, нужно делать на проволочке. Потом мы соберем их в кучку. То есть, я не знаю, ну, может, по 3 или по 5. Вот так, чтобы они были вместе. Вот, кстати, я вот такой цвет намешала, пудровый, вот такой вот спокойный, вот модный. Сейчас вы делаете пионы таким цветом. Очень мне понравился. Такой спокойный цвет, пастельный, не яркий, но вообще крутой. Мне нравится. Вот. Я вот хочу, допустим, вот пионы будут, да, и между ними, не знаю, как вам приложить эти цветы, между ними вот такие вот пучки. Ой, да что такое? Вот, да? Вот таких вот цветов. Может, наперед они будут. Некоторые назад. Вот, ну, я буду уже на месте разбираться. Говорила, что по цвету не знаю как. Эти точно хочу вот такими, наверное. Пионы, вот не знаю, что мне делать. У меня же не белый залон. Возможно, если был бы белый, так я белые пионы бы надела, да, и разбавила вот такими цветом, и даже, наверное, цвет один темнее, другой там посветлее. Я думаю, хорошо будет. Может, даже и с таким сочетается. Ну, это все буду на месте думать и решать. Так, самое главное. Значит, я вам покажу, как я делаю такие цветы. Я покажу вам в прямом эфире. Я никогда не делала прямой эфир, как раз я поучусь. И буду делать их, вот когда я соберусь их делать, да, сначала делаю пионы, а потом буду делать маленькие. В тот день мы включим прямой эфир, попрошу мужа, чтобы он меня поснимал, и вы будете наблюдать за процессом, как я буду делать. Конечно, я, наверное, за день сообщу ВКонтакте вам. И еще прямой эфир я буду делать не ВКонтакте, потому что у меня нет такой возможности, там надо какую-то программу устанавливать. Скорее всего, это будет Инстаграм или YouTube. Я в первом сообщении под этим видео оставлю, как найти меня в Инстаграме. Вы просто подпишитесь на меня, чтобы вы знали, когда это все будет, и смогли посмотреть. Ну, конечно, если будут желающие, если вам понравилась вот такая идея. Кстати, цветочки очень быстро делаются. Да, я их красила, я люблю красить. Ну, вы можете, я думаю, из фоамирана такое сделать, из цветного. Ну, вот цветной не нравится мне, понимаете, который продается из Алона, там, фоамиран цветной. Ну, цвета такие, они очень искусственные. Это все резиновая краска, все очень быстро, поэтому
ждите прямого эфира. Я вам все покажу, расскажу, поделюсь секретиками. Ну все, пока-пока.